Вот уже третий год Анна Катасонова организует форум для предпринимателей, где представители бизнес-сообщества обмениваются опытом и налаживают связи. Проект давно вышел за пределы Ленинского городского округа. Среди участников – жители разных городов нашей необъятной родины. Моя цель и задача была изначально привлечь в наш округ как раз разный бизнес. Здесь сегодня и Казань, и Ульяновск, и Москва. Не мы к ним в гости ездим, а они к нам. Посмотреть на исторические места, посмотреть на наш округ, остановиться, пройтись по городу, погулять. Такая была задача у меня изначально. В этом году форум посвящен теме роли медиа в бизнесе. Эксперты делились секретами успешного взаимодействия со средствами массовой информации, рассказывали, как с помощью СМИ развивать свое дело. А актриса Екатерина Логвинова дала участникам мероприятия мастер-класс по ораторскому искусству. Моя тема выступления была, как с помощью голоса добиться успеха в карьере. Обязательно тренироваться, заниматься своим голосом, заниматься дикцией, артикуляцией, дыханием. Важно научиться говорить на своем природном грудном регистре. Тогда люди нас воспринимают как успешных личностей, и им приятно с нами общаться, коммуницировать. Лучшие в своем деле – это не просто форум. Он плавно перетекает в одноименную премию. Порядка 100 номинантов, среди которых генеральный директор МАУК ВДК Павел Русаков. С проектом телеканал «Видное ТВ» в этом году взял высшую награду в номинации «Медиа и СМИ». Я в большей степени только капитан этого судна, но все то, что заслужено, да, и в том числе эта награда, принадлежит в первую очередь сотрудникам, которые делают каждодневную работу, а моя задача обеспечить его всем необходимым, плюс хорошим настроением, хорошей мотивацией и достойной оплаты труда для того, чтобы он мог делать хорошо и с радостью свою работу, потому что эти процессы творческие, и они связаны, конечно, вот, ну, с внутренними определенными вещами. Человек не может быть не рад жизни и делать при этом хорошие материалы. Обучающую повестку форума дополняли музыкальные номера. В перерывах между лекциями участники мероприятия танцевали под зажигательные выступления артистов. В планах у организаторов расширять границы и увеличивать число единомышленников. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.